Здравствуйте, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы продолжаем с вами наши обзоры колод, и сегодня у нас в гостях колода, которая считается классической, по крайней мере, она стоит в одной линейке с классическими колодами, и эта колода называется «Авиатор». Довольно-таки известная колода, я думаю, вы ее частенько видели, но обзора на нее у меня еще не было. Так вот, прежде чем я перейду к обзору, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика и коллегу по цеху Петра, который предоставил эту колоду нам для обзора. Итак, друзья, давайте не будем тянуть время и посмотрим, что же это за авиатор такой. Итак, друзья, добро пожаловать в обзор колоды «Авиатор». Ну что ж, давайте посмотрим, как она выглядит. Существует эта колода в двух цветах, в синем и в красном. Мне она досталась в красном цвете. И, собственно, красный цвет совместно с белым вы здесь наблюдаете. Посередине красуется большая надпись «Авиатор», и здесь изображен такой летящий самолетик. Здесь надпись «Poker Size», что означает «покерный размер», и «Playing Card», естественно, игральный карт. Здесь надпись «United States Playing Card Company», наша любимая контора, которая печатает нам карты. И здесь «Premium Quality Playing Cards», то есть карты премиум качества. Ну, собственно, со всех сторон изображен самолет. Что ж, давайте мы вскроем нашу колоду. Давно я хотел сделать обзор на эту колоду, кстати, да все что-то как-то руки не доходили. Ленивый я больно стал в последнее время. Итак, колода «Авиатор». Ну, соответственно, здесь, как обычно, рекламные карты, которые нам не интересны. Джокеры. Джокеры здесь у нас, это вот такие вот надписи «Авиатор». И, собственно, гарантийный джокер, где написано, если вы обнаружите производственный дефект, то там бла-бла-бла, верните туза пик и этого джокера по такому-то адресу, и мы бесплатно пришлем вам колоду. Вот такие вот карты, такие вот джокеры. Вот так вот выглядит рубашка карт «Авиатора». То есть это, напоминаю, в красном цвете, точно такая же колода есть в синем цвете. Итак, далее поехали. Туспик. Туспик, здесь просто надпись «Авиатор» и пиковая масть. И здесь так изображено, как будто бы за жалюзи пиковая масть спряталась. Ну и, собственно, надпись «United States Playing Card Company», бла-бла-бла, «Made in USA». Далее. Индексы и цвета здесь сделаны привычным нам в стиле, то есть как в байсиклах стандартах, все то же самое. Старшие карты тоже все один в один. Валет, дама, король, красные карты, все то же самое. Валет, дама, король, крестовые, то же самое, король, дама, валет. Все то же самое, да? Туз и червовые карты тоже. Дама, валет и туз. То есть ничего такого особенного, ничего удивительного. То есть это обычные, грубо говоря, карты, которые стоят в классической линейке колод. То есть классика у нас что считается? Это Tally Ho, Circle Back, Fun Back, Bicycle Standard, ну, Фениксы можно, в принципе, отнести, Хойл, ну и вот, собственно, Авиатор. То есть, ну, покрытие у них клевое, конечно же, ничего не скажешь. То есть веерятся карты классно, ленты делаются с ними тоже замечательно. То есть раскладывается все хорошо. То есть такой вот бюджетный вариант для тех, кто хочет какую-то колоду себе дешевенькую, но байсики стандарты, например, надоели. По ощущениям, значит, пожестче она будет, на мой взгляд, чем байсикл стандарт. Немного пожестче. Ну а так, карты хорошие, то есть контролируется все хорошо. Двойные подъемы можно делать спокойно. То есть в руках колода лежит хорошо, то есть ничего не разъезжается, не разлетается, не разваливается, в общем, все прекрасно. То есть отличные картишки для тех, кто хочет обычные дешевые игральные карты. Ну как дешевые, из нашей линейки, как бы, они тоже дешевенькие, там, по-моему, 300 рублей они стоят. А кому нужны такие карты, ссылочку на покупку, конечно же, я оставлю в описании к видео. Заходите, смотрите, покупайте. Итак, друзья, ну, собственно, тут больше рассказывать нечего, то есть карты такие особо ничем не примечательные, обычные классические картишки. Ну что ж, друзья,
На этом наш обзор закончен. На связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И да хранят вас боги моря и небес.